это еще как сказать. Видал? Набьют. Не так-то это просто. Егорушка, что я тебе скажу? Ты, конечно, будешь смеяться. Ну? Мои ворота подыгрывают шайбовцам. Что? Понимаешь, верхняя планка приподнялась и пропустила мяч. Температуру меряем. Да брось ты! Конечно, никто не поверит. Добрый день, уважаемые норвитяне. Добрый день, любители футбола. Сегодня мы находимся на нарвском стадионе Калев, где начинается игра с участием Нарвского Транса в первенстве Балтийской лиги. Я надеюсь, что через год именно такие слова корреспонденты скажут на вновь открывшемся стадионе Калев в городе Нарва. Я хочу напомнить норвитянам, что в 2009 году город Нарва и футбольный союз заключили договор о реконструкции стадиона Калев в городе Нарва на одинаковых финансовых условиях. Ориентировочно эти суммы составляют по 7 миллионов крон со стороны футбольного союза и 7 миллионов крон со стороны города Нарва. В конце 2009 года городом уже убраны административные здания на стадионе. И проведен футбольным союзом конкурс на проведение работ непосредственно на футбольном поле. Этот конкурс выиграла фирма, и сейчас работы на стадионе Калев в полном разгаре. То есть поднят грунт, сейчас будут прокладываться трубопроводы для укладки труб. На подходе установка искусственного футбольного газона. Но для этого необходимы определенные условия. Сейчас в ходе работ выяснилось, что необходимо укрепить дно футбольного поля, по которому будут проходить трубы, и ведутся работы по графику. Планируемое окончание работ по футбольному полю – это конец июня месяца. В это же время город со своей стороны проводит конкурс горспоставки, потому что мы не хотим ограничиваться только одним футбольным полем. Мы хотим оборудовать и две площадки для тенниса, трибуны, освещение стадиона и также еще дополнительно провести работы на втором дополнительном искусственном поле и также оборудовать площадку для выгула собак в дальней части стадиона.
использования стадиона для футбола. Здесь будут проходить и занятия на уроках физкультуры близлежащей школы, а также будут построены дорожки для занятий легкой атлетикой. Я хочу напомнить норветянам, что несколько десятилетий назад стадион Калев был, во-первых, центральным стадионом города, и все спортивные мероприятия как раз проходили здесь. То есть это был свой как бы притягательный центр для любителей спорта, где проходили соревнования и международного уровня, и международные футбольные матчи. И очень много любителей спорта как раз приходили на стадион поболеть за команды, которые участвовали как в первенстве Эстонии, так и в других международных турнирах. Вот эту как раз добрую традицию и хочется возродить, чтобы этот новый стадион построенный как раз и стал тем центром притяжения, где будут собираться как раз и спортивные болельщики, и любители спорта. И стадион как раз получит с помощью проведения этих работ как раз новую жизнь.